Сотрудниками транспортной полиции на перегоне станции Пена и Осташков Октябрьской железной дороги был выявлен и задержан мужчина, имевший при себе 6 30-литровых канистр, наполненных жидкостью с характерным запахом дизельного топлива. В ходе разбирательств выяснилось, что 51-летний машинист локомотивного депо со своим 52-летним помощником решили заработать, похитив горючее из топливной системы тепловоза. Во время движения состава они слили 180 литров дизельного топлива в заранее приготовленную тару. Канистры, наполненные соляркой, они сбросили вдоль железнодорожного полотна, куда впоследствии на своем автомобиле вернулся один из злоумышленников, чтобы вывести похищенное. Не успел. При загрузке канистры в автомобиль был задержан сотрудниками транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следственным отделом по городу Кимры регионального следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины установлен криминальный характер ее смерти. 21 мая в следственный отдел по городу Кимры обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении своей 49-летней родственницы. Женщина с апреля перестала выходить на связь. В ходе первоначальных следственных действий установлена причастность к исчезновению женщины, ранее судимого мужчины, который был задержан. Вскоре 39-летний сожитель потерпевшей, житель города Кимры, сознался в совершении убийства. Мужчина пояснил, что после 13 апреля в ходе распития спиртного между ним и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он задушил женщину, а спустя 2 недели, чтобы скрыть следы преступления, ножом расчленил тело, разложил его на части по мешкам и раскидал по городу, в том числе в акватории Волги. В ходе проверки показаний на месте фигурант указал место, где и как совершил убийство, а также места, где скрыл части тела. Для поиска фрагментов тела привлекались криминалисты СК и сотрудники МЧС. В настоящее время следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти женщины. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, направленное на закрепление доказательственной базы, продолжается.